Всем утюг, с вами Глюк, и сегодня со мной Алекс. Опять. Да. Опять. Глюк сегодня потерял голову, я не знаю, зачем и куда он ее потерял. Ну, я устроил групповое изнасилование лифта. Это было весело. Это было хорошо. Блин, судя по звуку, они все еще продолжают и никак не закончат. Да, они не могут остановиться, понимаешь? Это групповое изнасилование лифта такая вещь, что просто так ты ее не сможешь закончить. О! Машу, Вань, дайте мне вылезти. Дайте мне вылез. О, я вылез. А я тоже вылез. Вроде. Ага, блин, тут тоже все за. Уже что это вообще за части? Я не знаю, я все понакидал. Короче, мы, как с прошлой части, мы продолжаем вторую часть этой карты, где нас ждет. Не знаю, нам нужно выбраться откуда-то из своих мечтаний. Как там карта называется? Все те же. Выберись из своей мечты. Да, Escape Your Dream. Вот, Андрей, замечательные мечты у кого-то. Но карта-то, между прочим, хорроровая. О-о-о. Уже доставляет. Да, что-то он как-то странно пробежал вообще. Слушай, тебе не должно быть страшно, ты же безголовый. Блин, я их забыл уже. Я тут скины поперебил. Security room в чего-то там room. Ну ладно, мы пойдем в room. Да, пойдем в какой-то в room. Тут, видишь, написано ЧФИ. Учись. ЧФИ. Это что-то очень значимое. По-моему, это кто-то пытался написать ЧСВ, но написал ЧФИ. Чувак. Оно не покатится? Не знаю. Это не покатится. Это там, по-моему, с той стороны кто-то долбится об стенку. Да, хорошо долбится, знаешь. Это кто-то пукан разорвало и ударной волной вынес на стенку. Понимаешь, я же натренировал. Я натренировал местных персонажей. Твою мать! Долбиться! Облифт натренировал, слишком хорошо натренировал. Твоя карма постигла меня, теперь я пропускаю скримеры. Ты подожди, ты вернись обратно-то, алло. Ты куда пошел? Скелет? Эй! А что там? А там дверь открылась. Меня сначала прижало, а потом дверь открылась. Welcome to. А я тут он. Ой, ёпать! Не лети в меня! Welcome to Aperture Science. Слушай, слушай, вот это классно. Что? Ты вот это тоже видишь? Или только я? А вот здесь сзади. Вот это нет, вот. Нет, вот нету ничего. Ты сюда просто в стенку тыкаешься. А что там? А у меня там фиолетовая текстурка. А у меня квадратик такой ничего. Висит на стенке. У тебя не выключатели, ничего там нету? Не, у меня вообще это все хорошо. Так, это хорошо. Вон там труп валяется. Тут уютненько, смотри, вон там вот. Ты на стенку посмотри. Вот это вот сюда, посмотри, посмотри. Да, это нормально. Это как раз описывает то, что было в лифте, пока тебя не было. Это вот оно и есть. Вот так это все выглядело, да. Это наскальные рисунки вот тех персонажей, которые устраивали эту вакханалию в лифте. Ой, голова, что ли? Понятно. Здравствуй, голова. Как поживаешь? А, это голова-шарик, смотри, голова-шарик. Нет. Хотя можно мне представить. Лол. Можешь мне ее представить? Давай. Блин, она неправильно ставится. Сейчас. Надо зайти с другой стороны. Давай. Так. Ее глаза упорты. Ну-ка, давай. Не, она падает, она сразу вылетает у меня почему-то. Глупая голова. Вот что такое? Вот приходится без головы ходить по раунду. Да, а то был бы как безголовый камикадзе из Тересы. О, смотри, видишь, как я ломаю шкафы и сразу нахожусь в секретные проходы. Лол, чё? А чё мне минус один пишут? Не умеешь ты ломать. Берёшь лом. Я тут старал. Ну давай уже, тащи свою задницу. О, минус 25 у тебя задница лезет. Спасибо. Ну вообще-то здесь пофигу, можно бить сколько угодно. Да. Так. Ну, можно было, конечно, поставить, чтобы можно было убить. Мне кажется, мы опять скример пропустили. Мы в этот раз прямо мастера по пропусканию скримера. Ой, иллюминаты. Там бутылки падали. Твою мать. Бля. Какие тихие звуки. Куда? Растаял. Нет, не растаял. Не, я пойду отсюда. Я не хочу, сейчас опять будет как с тем арбузом в прошлый раз. Слушай, это комната каких-то индейцев была, а тут везде написано how. Может быть, ну типа это как по-английски. Как никак это запор. Как никак это нормальная работа пищеварения. То как, то никак.
Так, слушай, тут наверху что-то хрюкает. Ой, блин! Эй, тихо-тихо-тихо-тихо, что это такое? Меня тут это облапали меня тут сквозь стекло. Красными руками. Вот этот сэмпл, что сейчас прозвучал, у меня где-то в коллекции лежит. Я его при монтаже все хочу использовать, но все забываю. Ну вот как раз. Используешь против своей, как бы, против своей. Усилий, да? Ёперный театр. Чё? Я пошел отсюда. У них своя атмосфера, я в этом участвовать не хочу. Ты заглядывал? Да, а то еще. Да, я уже понял, что там, я не буду туда смотреть. Воу! Оп-оп-оп-оп! Что это было? Бревно такое, хоп, пролетело. Нормально, просто. Почему бы нас не попугать бревном? Действительно! Это же так страшно, попугать человека бревном. Смотри, вот это комод. Познакомься. Комод, скелет, скелет, комод. Можешь открыть его? Он любит... Что с... Ты все испортил, что ты сделал с ящиком? Я все сломал. Мне вообще Ой, боже, что... Тут что-то есть. Я не знаю, что это. Во, смотри, вот так вот. В смысле, что? Это бомба. Подожди, посмотри, как я ящик открываю теперь. Прекрасно. Во, смотри, вот так вот и даже. А если бы его сейчас вот вообще вот так вот. Они очень ровно теперь стоят, да-то. Ой, он долго, он сейчас будет долго закрываться, смотри, закрывается. Долго закрывается. Слушай, он закрылся. Это ручка от него. Да, это я сборщик, глюк, сборщик мебели. Ух ты, а я свои ноги вижу, это нормально? Да, это нормально. Я тоже свои ноги вижу, представляешь? У меня есть ноги. А в халфе не видим. Короче, смотри, это бомба, да? Мы ее должны отнести к тем... О, боже, что мы... Тем террористам. Мне кажется, ли я что-то видел? Уверен? Ой, ты тихо! Там кто-то есть. А ну, выходи! Кто здесь выходит? Ковер на стену повешен. Никого нету. Ладно, сейчас пойдем. Интересно, у нас свет по-разному работает. Я твой свет вижу, такой, знаешь, тускненький фонарик. Так, вот вам бомба, можете молиться на нее. Я спец по ней. А почему она не зажигается? Она не работает. Подожди, она... Не, знаешь, наверное, надо куда? Наверх? Тут была лестница наверх, да. Ну ладно, пойдем наверх. Странные эти ребята какие-то. Да, слушай, тут вот завал. Из ящиков. Сейчас сделаем, сейчас разнесем. Да. Может быть, но это не точно. Подожди. Что за дверка? Слушай. QR-код. А это не из первой халфы? Не знаю. Слушай, надо сосканировать. What the fuck? You really scanned it? Hello, I am Airman. Thanks for playing my map. I love you. Now I should finish this map and share to your friends. Отлично. You should finish. Короче, я не верю, что вы реально это просканировали. Привет, я Airman. Спасибо, что играли в мою карту. Я вас люблю. Короче, теперь вы должны закончить эту карту и поделиться с друзьями. Ну, конечно. Отлично, понятно, хорошо. То есть это такая фанская комната, короче, да, я понял? Да, походу. Оу. И ушел такой. Ты знаешь, что это, да? Ты знаешь? Нет, к сожалению, нет. Или ты только прикидываешься, что ты не знаешь? Нет, серьезно не знаю. Ну и хорошо. Это какой-нибудь Боку но Пико, нет? Да! Я не смотрел, честно, не смотрел. Я только лук читал. Так, подожди, а что за парольчик? Тут парольчик какой-то. Ну его надо найти где-то. А слушай, у этих, как их... О, слушай, тут бьет. Вау. Да что, кто там орёт-то? Что происходит? Ты опять пропустил. В смысле? Тут на меня какая-то монстряка кинулась. Ну, какая-то монстряка на меня кинулась и исчезла. Да грипп, да ёс, сколько можно скрибера пропускать-то? О, ключик. Так. What the fuck, so many keys. So many keys, да. И чё он нам сказал ещё? Чё, ещё много ключей, типа, он сказал? А, да-да-да, вот ещё взял. А вот ещё ключ. А, знаешь, там перед лестницей был замок. Нам надо его, походу, отпереть. Так. О, да ладно, что, нам все их, что ли, перебрать? Да. Не слишком ли дохрена будет? О, газетка. Ну, если бы их тут было, на скелет подотрись. Пригодится тебе наверняка. Да, скелету, конечно, надо подтираться. Как же скелет и не подтираться? Да. Я ж поэтому... Я же радею за права скелетов, понимаешь?
Я ненавижу скелеторасистов вот этих вот всяких. Скелетоненавистников. Они мне не от них... Этих самых, которые любители мяса. Да, да. Подожди, а где этот? Не берется нахер. Не тыкается, понятно. Надо тыкать другой ключ. И поглубже. Второй порцией. Так. Поглубже, поглубже. Прям по самую головку. Ага. Что я несу? Нехорошо боку, но пика что-то вспомнился. В этом контексте это плохо. Не пугай меня. Так, а куда ты... А, ты бросил его. Я-то думал, ты пошел его мерить. Кого? Кого? Ключ. Да, я просто бросил. Он не применяется просто вообще никак. О, есть, подошел, смотри, подошел. Там кто-то ревет. Пойдем успокоим человека. О, боже, что мы... Это большие каменные булки. По звуку. I have to destroy... О, слушай, это бомба. Да, это бомбу сюда надо. Давай, это большие каменные булки сейчас подорвем бомбой. Большие каменные булки. Кто тут еще про фантазию говорит? О, боже, это уже, пожалуй... Ты куда пошел? Чуть ты не круче, чем Коко Ноу Пико. Ты куда пошел? Стой, а, да. Скелет с бомбой, сумасшедший террорист носится, блин. Смертник. Так. И чё? А, оно бомбанет? Ой, ёперный театр. А там даже отсчета не было никакого, там 12 секунд так и было, понимаешь? С самого начала до конца. Звука не было никакого. Ой-ой-ой-ой-ой, через стены лазит. Наркоман, да? О, смотри, это же твой друг. Похоже, это же твой друг. Смотри, мы не успели на обед. Нет, это не мой друг, он некомплектный. В смысле? Ну он же выглядит почти как ты. У него только жопа и голова, а туловища нет. Нет, я с такими не дружу. Все, я пошел. Вот ты вообще это. Это все потому, что он инвалид, да? Ты к инвалидам так относишься. О, рожа чья-то страшная, смотри, ты ее даже не заметил. Где? Вот. А, нормально. Так. Стоп. Блин, я думал, я провалился. Ну кто наследил на полу-то? Боже, что мы? Ты посмотри, ну что за люди такие, а? Ну вот нормальные люди, ты разве будут так следить-то по полу? Я вот даже не знаю, это сейчас баг или фича? Тут что комната там? Без текстур. О, а нет, тут кнопка есть. О, боже, что мы это... Окей. Ой, тут все покрасили. А, не, все нормально. Дверь закрылась. Эй! Блин. Слушай, что это этаж? Мурашки. Бляха-муха, эти звуки. Что происходит? Что происходит? Я ничего не вижу. Свет! Люди! О! Фу, я тебя вижу, дверь. Ай, ты! Блять! Кто ты? Что ты? Дверь, откройся. Да ты тишь ты от двери-то, наркоман. Блин. Скелет-наркоман. Я с другой стороны, я думал, что я вышел. Нахрена мы вообще туда пошли, там что-то было вообще, нет? Ну, вот эти кнопки, как бы. О, тут семейная фотография, ты посмотри на это. То есть, ну подожди, а мы все нажали здесь, да? Да. Ну, пойдем. Ой, как это. Семейные фотографии, да. Милота. Закрыто. Ой. Открыто. Опа. Опа, Гандам стайл. Кусты. Что это ты говоришь? Что за заросли? Нюхай, вдыхай полной грудью. Хотя у тебя же нет груди практически. Да. Вдыхай, да? Так погоди, а что делать с кустами? Расстреливать не работает. А если... Ой, да ну нахрен, оставайся там, не пойду я туда. Так, вот здесь какая-то это, тут какой-то лабиринт. Я нащёл. Ну, оно не... Там что-то проглядывается, но я не могу пройти. Get out, мне говорят, убирайся. Я увидел труп, мне сказал get out, и все. И вот, смотри, я иду с факелом. Уйди, скелетная рожа. Куда ты мне его засунул? Сейчас глубоко засуну, если не уйдешь. Уходи. Почему факел квадратный? Уходи, чтобы больней пролезал. Между костями. Во, смотри, я сжег это дерьмо. Как сказал уходи, так мне вспомнилось, отошел. Да, уходи, отошел. Смотри, я что-то нашел. Хребет и какая-то книжечка. Сейчас сделаю, подойду, подошел. Так, стоп, а ты где? Приходи, подошел. А, во! А где конопля? Так я сжег всю коноплю. А-а-а.
все, да. А, подожди, это ключ, это кей-карт. То есть, ключ-карта. Ни хера себе, карточка такая, как хороший томик «Войны и мира». Ага. А куда вот ее впихивать, а? Куда ее впихнуть? Кому ее вставить? Не знаю. Ой, тут даже на потолок картины повесили. Какая красота. Да. А куда впихнуть? И верно. О, слушай, я даже не знаю. Тут же должен быть где-то проход какой-то. Ключи валяются везде. А может этим? Да, а этим. Зачем им нужна эта карта? Ребят, хотите карту? Ключ-карту? Может, они там тайные поклонники, не знаю, какой-нибудь секты Мастеркарда. О, Мастеркард! Мы будем пользоваться тобой! Только лишь тобой! Мы ненавидим визу! Они еще и мир ненавидят. Так, погоди, может быть, что-то... Мы наверху. Наверху, смотри, тут же это... Тут код надо было набирать, помнишь? Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну подожди, но здесь какие-то циферки. Да, а мы их не видели. Надо, знаешь, что попробовать? Надо вставилась, да? Нет, я не взял карточку, я ее там где-то кинул. Сейчас я возьму карточку, пойдем попробуем ее вставить. Потому с что прогибом. Тут большая прорезь. Мне кажется, это оно. Ну-ка давай, впихивайся. Карта. Карта. Не впихуется. Не впихуется. Да этой карты, если что, и убить можно. Так. А, ну так правильно. Мы же с тобой пошли, короче, в красную комнату, помнишь? А в Security Room. Там Security Room же. На дверях стоит Security. Блин. Это старенький сериал вспомнил. Спецназ назывался. О, здравствуй. Я забыл ключ-карту. А где Security? А Security дальше. А. Что-то я... Так, я взял ключ-карту. Пойдем, короче. А, точно, точно. Ой, кто там ржет-то? Какая скотина ржет, а? Это где-то здесь. Еще кому-то поржу там. Ты ржешь, что ли? Алекс, епта. Нет. Хорошо ржать. Хихикает. Даже не пытался там еще. Сидит там, хихикает. Даже не пытался. Так. А, слушай, да, тут точно, тут под ключ-карту. Угу. Ой, ёпля! Маленький. Блин. Почему ты вот этого дерьма не встретил, я не понял. Что ты меня пугаешь? Да меня вентиляция упала. А, она, видимо, агрится. Она на карту агрится. Твою мать, да ну. Я тут с разных сторон слышу всякое дерьмо, я шугаюсь. Давай, впихивайся. Дерьмо, я тоже. Опа. Втыкуйся давай. Во. Ой, ой. Здравствуйте, дяденька, дяденька охранник. У нас тут какая-то хрень творится. Дяденька. Дяденька, вы сейчас спите? Данные на экранах похожи на пароль от лаборатории. А, так там парольчик был. Парольчик. О, смотри, кнопки. Где? Раз кнопка, два кнопка, три кнопка. О, труп какой-то, четыре кнопка. Холодильники. О, здравствуйте. А вы кто? А вы это... Вы чего хотите? Да блин, этот гребаный стул, он мне мешает. Как только на холодильнике, короче, я посмотрел, он появился. Видимо, это охранник холодильников. Он следит за тем, чтобы ты ночью не жрал ничего из них. За фигурой следить надо. Так, не очень-то и хотелось. Ой, я смотри, какую-то хрень нашел. А, да. Хочешь понюхать? Я не знаю, что с этим считать. Питание отключил, походу. Может быть, вот сюда. Ты ее отсюда вынул? Со стенки? А, ну надо, значит, где-то искать либо такое же, либо ее обратно. Нет, обратно не ставится. Да, обратно она не ставится, я попытался. Прекрасно. Так, погоди, он говорит что-то там про пароль, да? Да, он сказал, что на экранах где-то его можно увидеть. Смотри, вот тут есть желтый... А, слушай, я понял, смотри. Количество предметов в кадре. Просто. Вот сейчас я ручку найду, посмотрю. Ну сейчас. Да, может быть. А еще смотри, тут видишь цвет что-то на экране. Да. А, погоди, я понял. Смотри, цвет это... Так, смотри, желтых у нас сколько? 8, да? Переключай дальше. Да, 8. Так, синих сколько? 6. Так, ага. Дальше. 1. Непонятно. Так, красных 4. Так, и какой-то там был один, да? Так, 8, так, 4, вот... 6,
Теперь? 1. 8-4-6-1. Пойдем посмотрим. 8, да, 4, да, 6, да, 1. 8-4-6-1. Блин. А я как дурак записывал, думал, я не смогу устно. 8-4-6-1. Так, все, запомнили. Главное до конца дойти и не потерять из головы. Все, ребята, Алекс деградировал, дизлайк, отписка, он даже считать не может. Нет, вот это вот деградировало. А с тобой все в порядке. На тебе всего лишь мяса нет. Ха, а на нем есть. А на нем, блин. То есть он круче, да? Да. Завидуют. Это мечты Алекса о мясе на теле. Да, да. Спит ночью и видит. Так, какой там был? Ничто еще так не руинило мою самооценку, как этот труп. Так, сейчас. 8-4-6-1. Подожди, я набрал. 8. О, открылось! Да. А чё? Лел. Лел. Типа как лол, только лел. Окей. Да. Ну ох. А чё мы сюда заперлись? О, классика. Ты посмотри на эту заставку. Это тут просто очень, классик. Очень странная решетка. О, ёперный театр. Чё? О. Чё за бляха-муха? Мне это не нравится. Здравствуй, мой психоделический друг. Бляха-муха. Ты как бы... Психоделика. Так. Чё за лапа? Может, просто пройти надо? Ой, тут что-то упало. Да? Ой, там что-то падает туда. О. Здравствуйте, трупы. Тут туда трупы падают. Мы зачем туда вы туда падаете? Мы наверх пойдем. О, слушай, тут наверху нормально. Тут... Ух ты, хрена себе. Ух, ё. Кому-то хорошо. Тут, кажется... Ага, кто-то боку но пика смотрит. Секси! О! Смотри, секси! Я нашел пицца. Табличку секси! I'm тут sexy and sleep. I know it. Sleep? Вот, да. Смотри, секси sleep, сексуальный сон. Секси sleep. Please fuck. Please fuck. Еще две таблички. Нихера, тут такая херня сейчас. Тут такая херня мне сейчас заглянула через эту, через дверцу у двери. О, wake. Тут есть еще кнопки wake и die. Ага, все, засадили тебя. Там тебе и место. Нет. Сейчас, я выберусь, wow. Я выберусь отсюда, я знаю. Чё up, you cannot anymore. Чё? А, подожди, сюда эти таблички нужно ставить. Да? That's me. I need to play some puzzle stuff in order to make it up. Слушай, я не настолько хорош... О-о-о-о, здравствуй! Чё это было? Бляха-муха. Так. Я хочу, чтобы все таблички были только из слова fuck. Мне подойдет. You cannot fuck here. Нет? Не получится? Хорошо. Это как реклама, знаешь, была на Кинопоиске. Вышел спойлер, видит спойлер, 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 спойлер. Да. Я даже выговорить это не могу. Так. Fuck anymore. Нет? Не подходит? I cannot sleep anymore. По-моему, так. О, слушай, они есть? Тут, слушай, хинт есть. Они просто прилипают туда, где они должны быть. Fuck me. Fuck me подошел. Отлично. Так. Fuck me подходит. Секси, 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 секси. Секси хин, не? You cannot... Ну, слушай, оно идеально просто отгадывается. Они сами прилипают куда надо. Да, wake up. Отлично. Ну, по крайней мере, для нас это легче будет. Wake up, Neo. Wake up. Пожалуйста, просыпайся, говорит. Ты не можешь спать больше. Так. Трахни меня, ты сексуальный. Ты не можешь оставаться здесь. Не можешь оставаться здесь. Ты не дохнешь, потому что Half-Life 3... Ты не можешь умереть, пока не выйдет. Не может выйти, да, что-то такое. Не хватает, да, не хватает. Еще один. Вот оно. Ой, а что-то здесь все дрожит. Бляха-муха, это жутковато. Это красиво. Ну красиво, только мне там не нравится. Заходишь, а там пространство дрожит. Красиво. Ой, ёперный театр, что по... И звука вообще нет. А где звук? Wake up, please. You cannot sleep anymore. Fuck me, you are so sexy. You cannot stay here. You cannot die, because Half-Life 3 has not released yet. Yeah. Ой, котик! Котик, 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 смотри, через окно на нас смотрит котик. Какой он дикий. То есть это все, да? Походу, да. Ня-ня-да-да-да-да. Надеюсь, эта музыка не сбоку, но пику, а?
Я слышал слово «Богу», так что зря надеешься. Серьезно? То есть ты хочешь сказать, что это оттуда? Да, я слышал «Богу». Написано «не нажимать», а я нажал. Да, молодец. Все по инструкции сделал. Отлично. Ну вот такая вот, друзьяшки, карта получилась. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и канал Алекса. С вами был Глюк и Алекс. Всем бобра.